Вы просили простой рецепт заварного теста домашней тонкой питы. Рецепт этого теста действительно проще не найти во всем пространстве интернета. Для замеса нам понадобится 350 грамм просеянной муки, 3 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки соли без горки и обязательно кипяченая вода 200 мл. Сразу же замешиваем заварное тесто. В процессе замеса по мере необходимости подсыпаем просеянную муку до тех пор, пока тесто перестанет липнуть к рукам. Накрываем пищевой пленкой и отставляем тесто в сторону на 30 минут. Спустя полчаса тесто делим на нужного нам размера колобочки, можно по своему желанию добавить зелень свежего укропа. Тонко раскатываем и обжариваем на сухой сковороде питы до румяности с каждой стороны.